Молиться и ложиться отдыхать на фоне сзади икон. Ой, малышка, красотка у нас вот такая. Но у нас котика просит, короче. У нее период активной фазы прошения котика вот у этой вот зяечки. Зяечки. Вот, и значит, утром немножко проспали, хотели в наш храм, но потом решили все-таки в собор. Просыпаемся 9:10, открываю глаза, понимаю, что в наш храм мы не успеваем, служба в нашем храме 8, значит, только в собор успеваю. Мужу Лешку говорю: Лешка, так, одевайся по-быстренькому, сейчас мы до собора доскачем, успеем, ну, минут на 10 так плюс-минус опоздаем, но успеем, в принципе. Лешка говорит: ложись, спи, никуда мы не пойдем. Я такая: блин, никуда мы не пойдем. Типа, ну, думаю, ладно. Лёшка уснул обратно. Думаю, дошло, все лесом, а я пошла. Все. Я собралась и пошла, потому что, ну реально, в церковь надо, в храм надо, есть варианты, а нет вариантов. Я собралась и все-таки пошла в храм, прихожу в храм, а пока ехала, ой, осуждение шло просто конкретно. Я такая: блин, вот Лёшка не пошел в храм, вот Лёшка такой, вот Лёшка сякой, вот тут просто несло меня, да? Вы издеваетесь, а? Сори, это была техническая, ребята, неполадка, ладно. Так вот, все, продолжаем кадр. Короче, что? Потому что Маркиз, Симка и Тигра все трое кинулись на штатив и заводить его. Все трое одновременно пудух на штативе, он туда сзади. Притом он упал Маркизу на голову, Тигра успела отскочить и Симке на жопу. Вот для чего в квартире нужна внешняя камера. Сейчас бы она это сняла, это было бы красиво. Да. Вот, и короче, много осуждения шло и много противоречий на тему того, что с одной стороны, седьмой день нужно посвятить Богу, ты 6 дней работай, а седьмой Богу, да, то есть воскресенье, с одной стороны так. С другой стороны, жена дубается мужа своего, и жена слушается мужа, как бы, и так далее, и так далее. И как бы муж сказал, типа, все, ложись спать, мы не пойдем. И по идее я должна была, типа, лечь спать и не идти, как бы, да. Но я взяла, пошла там, все такое. Ну и я говорю, типа, батюшку подхожу на исповеди и говорю: батюшка, вот такая вот ситуация, ну, как бы, чего делать-то, подскажите, как? Просто муж сказал так, собственно говоря, да. А как на самом деле правильно было поступить в ситуации, когда муж говорит: а все, мы никуда не идем, без вариантов, типа. Он сказал, что на самом деле, во-первых, жена боится мужа и дослушается. Это значит то, что жена боится обидеть мужа. Не более того, то есть понятно, что он глава семьи, он решает, как бы, да, но какие-то моменты жена и сама может решить, идти в храм или не идти, там, да, и какие-то вот такие мелочи, раз. И второе, то, что он сказал, это то, что, типа, кто будет ставить мужа выше меня, Господа, да, мать, жену, сестру, неважно, кого угодно, даже в том числе и мужа, выше, чем Господа, да, тот недостоин, как бы, меня, да, поэтому, ну, вот, кто ставит мужа выше, да, тот не это самое. Я посоветовала с батюшкой, говорю: да нет, все правильно, нужно радоваться тому, что вы попали сегодня в храм на воскресную службу, и то, что вы на службе, в храме и так далее, то есть вот это важно.
А если муж не идет, говорит, я буду спать, я не пойду, да? Ты говоришь, ну не иди, одеваешься и идешь. И молишься за мужа. Все. Вот это вот все на самом деле простая арифметика, скажем так, проще некуда. Так что так вот, ребят, мы собираемся уже спать, ложиться. Мы за воскресенье ничего не делали, потому что в воскресенье работать нельзя. Но завтра мы будем заниматься порядком, потому что мы эту неделю вообще практически прохалявили, профилонили. Сейчас покажу, что у нас. Видите, во-первых, нужно вот ту вот кучу разобрать, вот эту вот кучу, раз. Во-вторых, подмести, потому что по полу грязно. Разобрать вот эту кучу, точнее, это не куча, это мешок с ненужными вещами, которые нужно выкинуть, только черный, белый нет, подмести, помыть, да, вот так у нас сейчас стоит. Вот эту вот кучу разобрать в обязательном порядке, вот при обязательном порядке просто. Вот это вот все, вот эту кучу, ее нужно завтра будет просто закидать в стирку и все перестирать, эту кучу в обязательном порядке. Вещи, которые после стирки сложить и сложить вот туда, вон видите, где полочки, вот туда сложить. Тут у нас Санечка. Красавица, девочка у нас такая красивая. Она вон тигра вышла со своих этих. Ванной завтра обязательно убрать. Мне во всяком случае, у меня это стоит в галочке. И распаковать диспенсер. Я думаю, что это точно получится. И что мы что-то сделаем. Видите, маркизка. Маркизка. Сейчас осталось только помолиться и ложиться спать. Я выставлю фотографии. Кстати, вышли фотографии с епархиального, там, где мы были в епархии, да, то, что мы ездили. И вышли сегодня фотографии сегодняшней службы. Я вставлю их в ролик, в конец ролика, чтобы вы посмотрели то, что было вчера, то, что было сегодня по фотографиям. Я думаю, что вам это будет интересно. Так что желаю всем хорошего настроения. Вот, ребят. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропускать. Всем пока-пока. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Радуйся, радость наша, покрый нас от всякого зла, числым Твоим омофором. Радуйся, радость наша, покрый нас от всякого зла, числым Твоим омофором. Как-то так. Так что, ребят, всем хорошей, доброй ночи, всем Божьего благословения на эту ночь и на наступающий день, так скажем. Всем радости, всем всего-всего хорошего.